Сынок, я ушла! О, зачем так дверью-то хлопать? Сколько время сейчас? Вон на камере видно. 8:35, а уроки начинаются 8:30. А, сегодня же я на втором. Ой, ладно, сейчас. Я же ко второму. Вроде Витя ко второму. Посплю еще. Главное, что никто не стучится. Кто там? Кто там стучится? Ходите! Ходите! Эй, сонная муха! Ты где там? Я на втором. Я на втором этаже. Ты чё, нам же сказал, учитель, к первому уроку мы опаздываем. Да в смысле, ко второму же? Ты чё, дурак, он сначала сказал, что... А хотя нет, не пожалею вас. Бежим! Подожди, да я в расписании посмотрю. Твою мать, да ёб твою мать. Биология! Подожди, сегодня чё у нас, пятница? Да. Блин, а сегодня... Подожди, сегодня же четверг. Твою мать, я четверг с пятницу перепутал. Быстрей! Твою мать, я... Закрываем. Бежим. Побежали быстрее в школу, то опоздаем. Бежали. Быстрее бежим. Твою мать, как я мог забыть про сраную эту школу? Кстати, убрали. Твою мать, как я мог забыть? Кстати, и тут решетки убрали. Классно. Десантируемся! Беги быстрее, мы опаздываем! Я лапшу дома забыл доесть, поэтому с собой взял. Я еще деньги забыл дома. Ладно. Я поделюсь, у меня есть. Где все? В школе что, никого нету? Эл, пойдем на второй этаж сходим. Странно, почему ночь? Как? Так, заходим в школу. Так, ничего не понял. Наш класс. Кого? Лестница, окно. Здравствуйте. Кто такой? Я ученик этой школы. А вот врать плохо. Кого? А вот врать плохо. Так я ученик, я не понимаю, что с школой. Так ты... Я видел, твой дружок зашел в школу и пропал. Я понял. А что со школой-то? Ремонт. А, ремонт. А, ну, тогда я пошел друга искать. Ага, иди, иди. Витёк, ты где? Он пропал. Кто-то ворёт. Я стал маленьким, Киря. Остановись давай обратно. А я пойду пока в магазин. Я не умею! Я класс химшел, и что-то проявил на себя. Короче, где там выпить зеленую смесь и вылечить? Кирилл! Что взорвано всё? Так, тут поменяли. Нам так какие-то женщины добавили. И магнит. Года. Здравствуйте. Забыл деньги дома. Теперь придется идти до дома. Вот.
ключи. Где мои ключи, твою мать? Придется выламывать. Так, деньги, где мои деньги? А вот они, вот зачем мне кровать? Надо взять деньги, 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 деньги. А иди потом еще туда, где батут. А, бежим быстрей. И сегодня будет бал. И танцуй, танцуй, моя Корея. Витя, ты где? Магнит пробежал я. Да, я хотела у вас купить тут всяких работников. Да? У меня нет 5000? А нет, есть 5000. Так, я куплю вас за шарапку. Боящика. Я... Спасибо, я его все купил. Витя, ты где? Неизвестно где он, но он где-то. О, Кирилл бежит. Здорово. Что это было? И зачем ты сел на бутылку? Не знаю. Дай. Да забирай ты свою бутылку, ё-моё. Да вот, пойдём. Пойдём в школу. Погнали в школе, просто посидим. У нас же биология первая, на третьем этаже. Какой? Подожди, стой. У нас же она на ремонте. Да пофиг, сходим. Ну погнали тогда, просто посидим. Погнали. Зачем мы в библиотеку залезли? Я зайти за книжками. Ладно, давай вот тут посидим. Где? Здесь. Ой, смотри, погас свет. Ох ты, что-то как-то резко. Не понял. Ну-ка, погнали к выходу. Пойдем, выйдем. Где свет вырубили? Пойдем. Свет вырубили, пошли, понял. Чё? Школу закрыли. А как так быстро, только что утро было? Не, подожди, мы же тут несколько часов сидели. И стекла бронированные разбить невозможно. Да, это для безопасности сделали. Нет. Подожди, дай-ка со... Отходи! Что, не получается? Нет, больно. Я, кстати, нашел два люка и железную дверь. Странно. Ай, да, правда, больно. Нам нужно найти какое-нибудь место для освещения. Чё найти? Ничего. Место для освещения? Да, ну тут что-то, не понимаю, темно как-то очень. Иди ко мне в библиотеку. Бегу. Идем в библиотеку. Я бегу. Видишь, люстра, и помнишь, в люстре лапочки выкрутили. У меня с собой есть несколько лампочек. Ну-ка, скинь-ка мне лампочки. О, включил. Свет есть. Теперь здесь есть освещение. Заходи.
Я попытаюсь что-нибудь поделать. Погнали, лучше обыщем что-нибудь. Короче, ты будь тут, я пошел это. Окей. Так, Вить, ну тут вроде ничего нету. Тут ничего нету. Вить? Витек! Витек, твою мать, не придуривайся, ты где? Витек, хватит шутить. Это не смешно. Это не смешно, я тебе говорю. Витёк, твою мать, ты где? Куда ты делся? Ты бил, не пугай меня. Ты колебал. Я не понял, где ты? Тут вход закрыт, ты еще куда-то расцветает уже. Ты где, Витька, твою мать, ты где? Витька, ты где? Вот он ты, ёпта твою мать, ты где был? Ты где был? Не знаю, что-то в глазах темнело. И сейчас только очнулся. Смотри, только начал расцветать. Я и ходить не могу, нога сильно болит. Смотри, что я нашёл, может получится. О. Подожди, нет, нам нельзя выходить. Вдруг нас посчитают за... Вдруг нас посчитают за грабителей. Давай подождем, когда откроем. Давай ты меня нашел связанным вот здесь. Да не. Короче, сейчас Да нет. Короче, подожди, не ломай. Давай дождемся, когда откроют. Давай. Не бей. Короче, давай я подождем. Сейчас... О, здравствуйте. Так, не слышу, не понял. А что вы тут делаете? А мы тут просто посидели в школе, а потом видим, тут все закрыто. Тут все темно. Ну, так идите вы домой. Ладно, пойдем. Стой! Вот это... Мы всю ночь не ходили, а спать уже хочу. Погнали домой. Пойдем. Че, у меня сночуем? Ну, да, потусим пока. Как раз суббота сегодня. О. Может, да YouTube видос заснимем. Ну, го. Как думаешь, 100 лайков наберет? Наверное, соберет. Не знаю. Я сейчас поверю. Родные дороги. Где? Давай нормально дойдем. Ну, подожди, занимаюсь всю ночь. У меня вообще плохой мозг. У меня, ну, знаешь, как плохой. Он меня... Не выдерживает. Может, попозже, когда я высплюсь немножечко. Давай я посплю немного, а потом это... Ага. Начнем это там. Сейчас посплем, поспим полчасика. Ты куда? Вы же у меня. Не, я посплю дома, у меня немного дома. Ну окей, У меня покажу. Дверь еще открыта. А у меня вообще их нету. Давай, типа, ты вставишь там. О, выспался наконец-то. Хорошо, что никто не стучится в двери. Кто дверь спер? Тихо, я дам.
твою мать, как сюда забраться? О, здорово. Ты чё, дверь сломал? Нет. Да, я это сам. Покажи, хромаки, есть всем привет, с вами я, Кирилл. Почему ты лагаешь, камера? Сейчас я её выкину. Стой, камера. Я её кину об стену. Не, ну смотри, она целая, у нее только эта камера, ну, сама камера треснула. Не, ну можно и так записывать, бла-бла-бла, вот две трещины. Вот трещины, и вот трещины. Вот трещины, и вот трещины. Ну ничего, да? Подожди, дай-ка себе на видеоканал запишу. Всем привет, я записываю на его камеру. А у тебя какая фирма камеры? iOS. Ну, дерьмище полное, понимаешь? Я шучу, айфон. Не, тоже дерьмище, нормальное киноки. А у тебя вон, а у тебя вон iPhone 5-8, меня... тем более сделаны в Китае. У меня киноки. Нет, у тебя вот написано. Вот, сделано еще в Китае. Что у тебя тут в кухне? О, пожру немножко. Не лезь! По жопе получишь. Харчика дай. Верни обратно харчик. Да я поем. Харчик верни. Да ты на! Ты же знаешь, что ты топором бьешь. Короче, что тут у тебя еще есть? Не лезь. Ну ты яблочки. Да положи! Сначала дай. Ну просто я оставлю к себе, а тебе потом заплачу. Вот, на. Верни все! Мне денег не надо, верни все яблоки. Ну ладно, не надо. Стой! Я тебе предложил, ладно, на. Яблоки все верни. На. Вот там было вот только у стока. Вот столько было. Там был стак. Нет, было мало, было мало. Верни все яблоки. Я плачу. Я с тобой больше не дружу и больше не подходи ко мне. Ладно. Они продаются по дешевке на рынке, чё? Так, что там у нас по камере? Нет. Ладно, лучше пойду летсплей запишу по обе в Роблоксе. Как раз в понедельник и выложу. Странно, что ты... Что ты делаешь? А вот. А у тебя что похолодели? Не, ну добери, ешь что. У меня же не жалко. У меня денег много. У тебя ничего не съедобное. Что за говнище, спрайт какой-то. Не, не нравится, не вечу. Говно какое-то. Что ты фирму-то обзываешь? Кстати, на, я их уже почти съел. Там больше было. А я остальные съел. Мне. Тошнит от них. Чё, они продаются по дешёвке? Съедаю еще 64. Они продаются по дешёвке на рынке. Ой. А ты злился, что они? Тихо. Твою мать, ложка-то падает. Ты зачем мне две сломал? Я не ломал тебе две. Дай кирку. Я включу рекреатас. Кого дать? Кератив дай. Кератив. Зачем? Ночь. Потому что мне понравилось. Я, если что, возле школы посмотреть, что здесь творится сейчас вообще. Не, ну это очевидно, школа закрыта сейчас. Это очевидно, школа. Андрей Викторович, что вы тут делаете? Кстати, да, Андрей Викторович, что вы здесь делаете? Что ты там в школе делаешь? А меня вызвали в школу. Двойки исправлять. Ну тут все равно можно в нее зайти. Ты что в школе делаешь? Закрытая, она на ремонте так-то. Я двойки исправляю, Андрей Викторович. Пошли домой.
Нет. Ну ты как хочешь, я домой пошел. Иди. Андрей Викторович. Не хочу ждать, я хочу спать. А я не без. Вторую квартиру. Да иди ты нах... А, в жопе нога. Ой. Можно сыграть одну каточку. Ту-тун, ту-ту-тун. В КС? Ту-тун, ту-ту-ту-тун-тун. Ту-ту-ту-тун-тун-тун-тун. Ту-ту-ту-ту-тун-тун. 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 Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Фух, заколебался от этих песен, пора спать. Ну, Кирилл играет. Спокойной ночи. Надеюсь, Кирилл проснется, чтобы пару карточек. Алло, Кирилл. Пока, я спать.